эту землю, у вас нет никаких прав. Я поднимаю деревню, я вкладываю, я инвестирую в труд. И что? Саш, ты не туда попал. Я попал, куда мне дали. Скоро будешь работать, Саша. Ты знаешь, как жизнь завертится, когда ты переедешь? Я не хочу совсем без денег переезжать. Там еще работа и работа. В общем, я отказываюсь. Ты понял, что ты сделал? Ты себя перечеркнул. Что можно сделать, Александр Сергеевич? Стрелять-то в них нельзя, потому что они нас застрелят. Бороться тоже не надо, потому что хуже будет. Да нет вообще смысла с ними, потому что это кто-то другой, кто сидит там в Питере там или далеко. Бумажечки подпишем и мы уедем. Езжай отсюда.